Чем чаще задумываешься над фактами биографии Лермонтова, тем больше понимаешь, что он был обречен. И гибель его была предрешена в Петербурге, в Зимнем дворце. Ни сын дипломата Барант, ни Мартынов, так еще кто-нибудь убил бы его. Ненависть Николая I к Лермонтову была беспредельна. После того, как поэта вторично отправили на Кавказ, известие о его гибели можно было ожидать со дня на день. Но как ни кидался он в сражениях вперед, в надежде выслужить возвращение в столицу и право оставить военную службу, оставался жив и даже не ранен. В начале 1841 года он получил разрешение приехать в Петербург ненадолго для свидания с престарелой бабкой. К этому времени поэтическая слава Лермонтова достигла зенита. На расхват покупали сборник стихотворений. Первое издание «Героя нашего времени» было распродано, второе печаталось. В каждом номере отечественных записок появлялись его новые стихотворения. Невысоко ценя его сотрудничество, редакция журнала оповестила читателей, что Лермонтов приехал в столицу. «Он теперь в Петербурге», — говорилось в короткой заметке, «и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволяли ему спокойно и вполне предаваться искусству, но замышленное многое, и все замышленное превосходно. В русской литературе готовятся от него драгоценные подарки. Краевский заказал художнику Горбунову его портрет. Произведения Лермонтова переводились на иностранные языки. Имя обретало известность в Европе. 2 месяца, проведенные в столице зимой 1841 года, были, как писала потом современница, самые счастливые и самые блестящие в ее жизни. Он продолжал еще надеяться, что добьется отставки и сможет, наконец, посвятить себя литературным занятиям. Так продолжалось до 12 апреля, когда его разбудили и приказали немедленно явиться в главный штаб генерал-лейтенанту графа Клайн-Михелю, который сообщил ему предписание 48 часов покинуть столицу и отправиться в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. На этом настаивал шеф жандармов граф Бенкендорф, которому не нравились хлопоты о возвращении Лермонтова из ссылки и мечты его об отставке. Вечером 12 апреля друзья собрались на Гагаринской у Карамзиных, чтобы проститься с поэтом перед разлукой. В этих проводах участвовала поэтесса Евдокия Петровна Растопчина. И она вспоминала потом, что ему не хотелось ехать, что у него были дурные предчувствия. Лермонтов понимал, что дни его сочтены. 13 апреля он заехал проститься с другом своим, писателем Владимиром Адоевским. Это был брат декабриста Адоевского. Лермонтов привез ему на прощание картину «Вид Крестовой горы», написанную им масляными красками. Сейчас эта картина украшает экспозицию музея Лермонтова в Пятигорске. Провожая Лермонтова, Адоевский подарил ему чистый альбом формата небольшой книги в софьяновом переплете. Но Лермонтов, видно, сказал, что ему уже не придется больше писать стихов, потому что на первой странице альбома Адоевский написал: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. Князь В. Адоевский. 1841, 13 апреля, Санкт-Петербург». Первые страницы Лермонтов начал заполнять карандашом, очевидно, в пути. Карету трясло, и строчки получились кривые, неразборчивые.
Еще в Петербурге он начал писать стихотворение «Утес». И теперь в альбоме продолжил эту работу. Сначала он написал: «Как однажды тучка золотая на седом утесе ночевала, было ей приятно, утро встало, мчится прочь, куда, сама не знает». Нет, не годится. «Мчится вдаль она поутру ране». Нет, опять не так. «Утром вновь она умчалась рано». Строчка встала. А потом написал: «В небе синим весело играя, но остался влажный след на камне». Зачеркивая, заменяя строчки, переставляя их, Лермонтов отказался от седого утеса и от синего неба, и от таких оборотов, как было ей приятно, стихотворение сложилось. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. О чем стихотворение? Об утесе и тучке? Да. Но под этой аллегорией, под этим иносказанием, выражены чувства человеческие, человеческие отношения. И в этом у Лермонтова мало соперников во всей мировой поэзии. Он умел олицетворять, оживлять природу, утес, тучки, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны, наделены у него людскими страстями, им ведомы радости встреч, горесть разлук и свобода, и одиночество, и глубокая неутолимая грусть. Потом в альбоме идет спор Казбека с Шатом, или, как чаще его называли, Эльбрусом. Интересно, что в альбоме Адоевского перед спором оставлен чистый лист. На этом листе написано одно только слово «Восток». Оно выглядит как название стихотворного цикла, как раздел в книге. Очевидно, у Лермонтова возникло намерение начать этот цикл спором и дать в этом стихотворении изображение Кавказа и Кавказской войны. Еще в детстве Лермонтов побывал на Кавказе, и с тех пор Кавказ вошел в его сознание как край свободы и чести, как родина возвышенных благородных страстей. Лермонтов следил с величайшим вниманием за ходом долголетней Кавказской войны, которую вели горцы против власти российского самодержавия. И дважды высланный на Кавказ, сам стал участником этой войны, сражаясь в рядах царских войск. Он не переставал сочувствовать свободолюбивым горцам. Однако, внимательно наблюдая за европейской политикой и соотношением сил на Кавказе, Лермонтов постепенно пришел к мысли, что в тогдашних условиях горцы отстоять свою независимость не могли. И понял, что либо они должны покориться мусульманскому Востоку, либо объединиться с Россией. Третьего пути не было. Только самый передовой человек того времени мог почувствовать, что присоединение горцев к России было исторически неизбежным. И хотя сочувствие Лермонтова по-прежнему оставалось на стороне угрюмого Казбека, он понимал, что Россия стоит на более высокой ступени экономического и культурного развития и выступает как носитель прогресса. Третьего пути не было. С Востоком или с Россией. Об этом и ведут спор Шат-Гора и Казбек. Окинув взглядом окрестные страны, Казбек видит у своего подножия феодальную Грузию. За ней ему видны страны Ближнего Востока. Персидская столица – Тегеран. И Иерусалим – главный город Палестины, давно утративший свое былое значение на Ближнем Востоке. Переводит взгляд вправо и обозревает долину Нила, египетские пирамиды. Египет в ту пору был подвластен Турции.
Нет, не дряхлому Востоку покорить меня, заявляет Казбек. Тогда Шат показывает ему в сторону России. Стихотворение завершается картиной победоносного вступления на Кавказ русских войск во главе с прославленным полководцем Алексеем Петровичем Ермоловым. Имя его в стихотворении не названо, но современникам нетрудно было угадать его по строчкам «Их ведет, грозя очами, генерал Седой». Каждый вспоминал при этом распространенную гравюру с портрета Доу, на которой прославленный полководец изображен в кавказской бурке и нахмуренными бровями. Заподозрив Ермолова в связи с декабристами, Николай I отозвал его с Кавказа в Россию, и с тех пор Ермолов находился в опале, и прославлять его имя в печати было запрещено. В начале 1841 года Лермонтов, едучи в Петербург, навестил в Москве жившего на покое Ермолова. Он жил на Причистенке возле пожарной каланчи. Видимо, вел с ним разговор о будущем Кавказа. И теперь в дилижансе снова размышлял о судьбах горских народов, о тех, что сложили оружие, и о тех, что еще продолжали бороться. От их имени и отвечает Шату Казбек. Вы знаете эти стихи. Ну, давайте перечитаем их еще раз. Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат горою был великий спор. «Берегись», — сказал Казбеку седовласый Шат, «покорился человеку ты недаром, брат. Он настроит дымных келей по уступам гор, в глубине твоих ущелий загремит топор, и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, режет страшный путь. Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы да цари-орлы. Люди хитры, хоть и труден первый был скачок, берегися, многолюден и могуч Восток». «Не боюсь я Востока», — отвечал Казбек. «Род людской там спит глубоко уж 9 век. Посмотри, в тени чинары, пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин. И склонясь в дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима Богом сожжена безглагольно недвижима мертвая страна. Дальше вечно чуждой тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для цветных шатров и поет, считая звезды, про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя. Нет, не дряхлому Востоку покорить меня. Не хвались еще заранее, — молвил старый Шат. Вот на севере в тумане что-то видно, брат. Тайно был Казбек огромный, вестью той смущен, и, смутясь на север темный, взоры кинул он. И туда в недоумении смотрит полный дум, видит странные движения, слышит звон и шум. От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки. Веют белые султаны, как степной ковыль, мчатся пестрые уланы, подымая пыль. Боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамены, в барабаны бьют. Батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И, испытанный трудами, бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал Седой. Идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думой, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул
и навек затих. Удивительное стихотворение. Исследователи уже не раз обращали внимание на плакатную отчетливость красок. Каждая страна в этом стихотворении имеет свой точный цвет. У Персии это жемчужный цвет, у Палестины мертвенная бесцветность, для Аравии характерна темная синева звездного неба, у Египта цвет желтый. Но при этом каждое слово вызывает зрительные представления, усиливающие и поддерживающие свойства предыдущего слова. Дальше вечно чуждые тени моет желтый Нил, раскаленные ступени царственных могил. Нил желтый, но чуждые тени, значит, тоже залитый солнцем, то есть тоже желтый. Ступени могил раскаленные. Раскаленные, значит, тоже желтые или оранжевые. Это отметил известный литературовед профессор Пумпянский. А вот еще подробность, касающаяся перспективы изображения. Своего подножия Казбек видит в тени деревьев чинары грузина. Это план крупный. А дальше он видит уже не отдельную фигуру, а город. А дальше не город, а целую страну. В перспективе все уменьшается. И каким благодаря этому огромным кажется Восток? Имеет свои приметы и русская армия. Султаны белые, уланы пестрые, или горят. Но краски эти скромные по сравнению с такими эпитетами, как узорный, жемчужный, раскаленный, цветной. Зато в описании русской армии преобладают глаголы. Полки движутся, барабаны бьют, батареи скачут и гремят. Богатство красок и неподвижности дряхлого Востока противопоставлено шумное, могучее движение России, огромное, постепенное, непреодолимое. Интересно в этом стихотворении, что уланы мчатся, батареи скачут, а в целом войска движутся страшно медленно, как тучи, и генерал ведет их. Движение здесь передано, как на старинных лубочных картинках, где изображение скачущих всадников сочетается с мерным шагом идущей пехоты. Благодаря этому Лермонтов сумел передать движение во времени, изобразить мощь целой армии, а не колонну на походе. Таким образом, все стилистические средства стихотворения оказываются подчиненными выявлению существа важнейшей политической проблемы того времени. По приезде в Москву Лермонтов решил использовать альбом и с другой стороны. Перевернул его, и то, что раньше было написано наспех карандашом, перебелил с другой стороны чернилами. Потом переписал спорный отдельный листок и при встрече вручил его московскому своему знакомому Юрию Самарину, будущему славянофилу, с просьбой передать стихотворение издателю журнала «Москвитянин» Погодину, с тем, чтобы тот напечатал стихотворение просто, без всяких примечаний. «Он говорил мне о своем будущем, в своих литературных проектах, вспоминал Самарин спустя 3 месяца. И среди этого проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку. И следующее стихотворение «Сон» возникло, конечно, в связи с этими думами. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась холодеющей струей.
Это стихотворение построено так, что, кончаясь, оно приводит к началу, образуя круг. Это построение можно назвать зеркальным. Сон героя и сон героини – это как бы два зеркала, взаимоотражающие действительные судьбы и возвращающие друг другу свои отражения. Очевидно, сон написан уже на Кавказе. Считается, что Лермонтова навела на эту тему казачьи песни. Возможно. У него была с собой книга стихов Хайнриха Хайне «Бух дар Лидер», книга песен. И он решил перевести стихотворение. «Липн зих байде дох кайнер, вольт из дем андрем гештейн». Они любили друг друга, но ни один из них не хотел признаться в этом другому. Выставив эти немецкие строки в качестве эпиграфа, Лермонтов принялся трудиться над переводом. Но всякий раз случалось, когда он брался за Гёте, Байрона, Хайне, он создавал совершенно другое произведение. Так и здесь строки стали вдвое длиннее. Стихотворение окрасилось присущей Лермонтову благородной патетикой. Осложнился сюжет. В оригинале стихотворение кончается тем, что влюбленные умерли, но едва ли знают об этом. Лермонтов хотел написать, и все разрешилось на небе. Но вдруг потом придумал окончание совершенно другое. Они любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумно мятежной. Но как враги избегали признания встречи, и были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страдании, и милый образ во сне лишь порой видали. И смерть пришла, наступила за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали. Лермонтов любил Варвару Александровну Лопухину. Он был знаком с ней с юношеской поры. Но судьба их разлучила. Она ждала его, но не дождалась и вышла замуж за некоего Бахметьева, человека пожилого и нелюбимого. И обреченный на гибель, страдая от этой любви, и зная, что и она его любит и страдает, как он, Лермонтов писал о разлуках и расставаниях, и о двух любящих, которые думают друг о друге. Но молодость, жажда жизни, любовь к ней были еще сильнее. Он смеялся, острил. Его эпиграммы были у всех на устах. Дочь Пятигорской знакомой, 16-летняя Надя Верзилина, расплакалась при гостях и выбежала из комнаты. Вернулась она с надутым лицом. Прическа ее хранила следы поспешного туалета. К поясу был пристегнут кинжал. И Лермонтов обратился к ней с вопросом. «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд? И локон небрежный над шейкой нежный, на поясе нож. Все там верки клёш, этот стих хромает». Этой Надей был увлечен живший рядом с Лермонтовым во Владимире Челаева приятель, молодой офицер Глебов. Лермонтов, видимо, этому увлечению не сочувствовал. «Милый Глебов, сродник Фебов, улыбнись, но на Наде, Христа ради, не женись». Но эти летучие эпиграммы Лермонтов даже не записывал. Их записывали и сохранили для нас те, которые их слышали. А в книжку Адоевского поэт вносил только те вещи, которые собирался печатать. Еще в 1837 году, путешествуя по военно-грузинской дороге, Лермонтов видел и зарисовал в итальянском ущелье старинную башню, которая выстроена почти на неприступной скале. Предание гласит, что в этой башне в незапамятные времена жила царица Дарья, наводившая ужас на всех проезжающих, с которых она взимала огромную мзду. Но путников, которые ей нравились, она задерживала, а утром сбрасывала в терек. Героине своей имя Тамара он дал отнюдь не случайно. Есть и такой вариант, где эта легендарная Дарья носит имя Тамары.
Обдумывая, какие стихи следует написать для задуманного им цикла, Лермонтов обратился к этой слышанной когда-то легенде и вписал в свой альбом новую замечательную балладу «Тамара». Глубокой теснине дояла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла, чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. И там сквозь туман полуночи блистал огонек золотой. Кидался он путнику в очи, манил он на отдых ночной. И слышался голос Тамары. Он весь был желание и страсть. В нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой пери шел воин, купец и пастух. Пред ним отворялись и двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели парчу и жемчуг убрана, дала на гостя, шипели пред нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались и там. Как будто в ту башню пустую 100 юношей пылких и жен сошлись и на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидало свой луч по горам, мгновенный мрак и молчание опять воцарялись и там. Лишь терек в теснине дарьяла, кремя нарушал тишину. Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «Прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал. Какая смелость написать чернее на черной скале, как передана ночь в этой разной густоте красок, в черной скале, еще более черной башне. Как великолепно найдено слово «роется терек во мгле». И с начала баллады до конца терек гремит в этих стихах. Лишь терек в теснине дарьяла, гремя нарушал тишину, волна на волну набегала, волна погоняла волну. И эти противопоставления столь любимые Лермонтовым, прекрасно, как ангел, как демон коварно, утро сияние, мрак. В этих стихах поражает не только непостижимая музыкальность Лермонтова, но и удивительная пластичность описания, их красочность, живописность. Стихотворение «Свидание» это поражает, пожалуй, еще больше, нежели в «Тамаре». Свидание – это возврат к впечатлениям 1837 года, когда Лермонтов отбывал ссылку в Грузии и жил некоторое время в Тифлисе. В памяти Лермонтова еще были свежие впечатления тех дней, когда он стоял над Курой, наблюдал, как вытекает вода, как засыпает город, убаюканный шумом реки. Уж за горой дремучую погас вечерний луч, едва струей гремучую сверкает жаркий ключ, сады благоуханием наполнились живым, Тифлис объят молчанием, в ущелье мгла и дым. Летают сны мучителей над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми. Там, за твердыней старую, на сумрачной горе, под свежую чинарую, лежу я на ковре. Лежу один и думаю, уже ли не во сне свидание в ночь угрюмую назначила ты мне? И в этот час таинственный, но сладкий для любви, тебя, мой друг единственный,
зовут мечты мои. Внизу огни дозорные лишь на мосту горят, и колокольни черные, как сторожи, стоят. И поступью несмелую из бань со всех сторон выходят цепью белую четы грузинских жен. Вот улицей пустынную бредут, едва скользя, но под чедрою длинную тебя узнать нельзя. Твой домик с крышей гладкую мне виден вдалеке, крыльцо с ступенью шаткую купается в реке. Среди прохлады, веющей над синей курой, он сетью зеленеющей опутан плющевой. За тополью высокую я вижу там окно, но свечкой одинокую не светится оно. Я жду, в недоумении напрасно бродит взор. Кинжалом в нетерпении изрезал я ковер. Я жду с тоской бесплодною, мне грустно, тяжело. Вот сыростью холодную с востока понесло. Краснеют за туманами седых вершин зубцы, выходят с караванами из города купцы. Прочь, прочь, слеза позорная, кипи, душа моя. Твоя измена черная, понятна мне, змея. Я знаю, чем утешенный по звонкой мостовой вчера скакал, как бешеный татарин молодой. Недаром он красуется перед твоим окном, и твой отец любуется персидским жеребцом. Возьму винтовку длинную, пойду я из ворот. Там за скалой пустынную есть узкий поворот. До полдня за могильную часовней подожду и на дорогу пыльную винтовку наведу. Напрасно грудь колышется, я лег между камней, чу, близкий топот слышится. А, это ты, злодей? Полтора века прошло, они все кажутся новыми, все кажутся смелыми, эти стихи. Это новизна и точность эпитетов. Темную гору, за которую опустилось солнце, Лермонтов называет дремучую. Шумная струя сверкает, извиваясь. Лермонтов говорит «дремучая», сливая в этом определении движение змеи и шум падающей воды. Сохранились его картины и рисунки. Лермонтов великолепно рисовал и писал акварелью и маслом. Есть между ними виды Тифлиса и девушки, танцующие на плоской кровле Тифлисского дома. Изобразил он дремучую гору Мтацминда и твердыню старую на сумрачной горе, крепость Нарикала. И черные колокольни, и куру. Наверное, благодаря этому он и запомнил так детали Тифлисского пейзажа, что через 4 года описывал с такой точностью, словно видел перед собой. Белинский писал, что Кавказ сделался поэтическую родину Лермонтова, пламенную любимую им, что на недоступных вершинах Кавказа, венчанных белым снегом, находит он свой Парнас. В его свирепом тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой кастальский ключ, свою ипокрену. Бенкендорф предписал ему ехать к полку,
Но, пользуясь тем, что этот приказ еще не дошел до Кавказа, Лермонтов получил на месте разрешение пользоваться пятигорскими ваннами и не торопился к полку, где, казалось, его ждет верная гибель. Он не знал, что нас ждет его в тихом курортном городке Пятигорске. Но, размышляя об участи политического изгнанника, он олицетворил его в образе гонимого бурей листка. Видел ли он дорогой этот гонимый бурей листок или использовал мотив широко распространенной поэзии, этого мы не знаем. Но написал он стихотворение «Листок», словно рассказывая какую-то очень грустную сказку. Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился жестокою бурей гонимой. Засох и увял он от холода, зноя и горя, и вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая, с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская. На ветвях зеленых качаются райские птицы, поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой. Приюта на время он молит с тоскою глубокой. И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я. Засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же, пришельца, меж листьев своих изумрудных. Немало я знаю рассказов мудреных и чудных. На что мне тебя, — отвечает молодая чинара, — ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал, да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю. Я солнцем любима, цвету для него и блистаю. По небу я ветви раскинула здесь на просторе, и корни мои умывает холодное море». Недавно нашлась статья писателя Александра Дружинина, который побывал на Кавказе 11 лет спустя после гибели Лермонтова. Он видел людей, хорошо знавших поэта, и написал под впечатлением этих рассказов замечательную статью. Много поэтов в мире погибло раньше срока. Все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать. Но никогда еще судьба не поступала с надеждами, ей уже возбужденными. Никогда она так безвременно не похищала существа до такой степени украшенного присутствием гения. Последний загадочный год жизни Лермонтова, весь исполненный деятельностью, сокровище для внимательного ценителя, всегда имеющего наклонность заглядывать в лабораторию гения, напряженно следить за развитием каждой великой силы в мире искусства. Тут на каждом шагу виден новый порыв, сокровеннейшие тайники творчества, новый шаг той неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена. Вот будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца миллионов людей, все пророчит победу. Кажется, только одна минута отделяет нас от этой новой силы и нового слова. И вдруг все становится мрачным, все ожидания падают, как здания, построенные на песке. Безвременная, насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину. Невольная злоба наполняет душу нашу, злоба на общество, не сумевшее оградить своего певца, злоба на презренное орудие его гибели, злоба на мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для Отечества. Эта статья написана более 1,5 лет назад. Уже и тогда Дружинин проклинал мерзавцев, которых обрадовала эта весть. Он не знал в ту пору, что к числу этих мерзавцев принадлежал царь. Царь обрадовался гибели Лермонтова.
Выхожу один я на дорогу, принадлежит к числу величайших произведений мировой лирики. По настроению она чем-то сродни пушкинскому. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидной мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Измученный преследованиями, Пушкин мечтал о покое и воле. О том же мечтал и Лермонтов. Не о покое и смерти мечтал он, нет. Покой и свобода нужны были ему для творчества, для вдохновенного поэтического труда. Уже затевал он в уме, утомленном суетой жизни, создания зрелые, писал Белинский, иносказательно называя суетою изгнание. «Я ищу свободы и покоя», — говорил Лермонтов, утомленный этой суетой и мечтавший о жизни, свободной от преследований и клевет. «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. В Пензенской области, где прошло детство Лермонтова, до сих пор живет легенда о том, что мотив песни «Выхожу один я на дорогу» сочинил сам Лермонтов, и будто бы он пел эту песню в последнюю ночь перед дуэлью. Это легенда. На самом деле он сочинил эти стихи на Кавказе, мотив песни принадлежит композитору Шашиной, но что возникла эта легенда, неудивительно. Мало в мире поэтов, чье слово было бы так музыкально, при том, что так естественно разговорно заключенная в стихе интонация. Это все идет от музыкальности Лермонтова. Недаром он учился играть на скрипке, на фортепиано, на флейте, пел, сочинял музыку даже. А вот еще одна страница в альбоме Адоевского. Размышляя об исторических судьбах России, Лермонтов записал: «У России нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка. Яруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко. Но на 21-м году опроснулся от тяжелого сна и встал, и пошел, и встретил он 37 королей и 70 богатырей, и побил их, и сел над ними царствовать. Такова Россия». Это ответ Лермонтова будущим славянофилам, единомышленникам Юрия Самарина, видевшим путь России в возврате ее к порядкам допетровской Руси. Лермонтов верит в будущую Россию. Он считает, что она уже просыпается, провидит ее влияние на мир. Эту русскую мощь символизирует для него сказочный Яруслан Лазаревич. На русских сказочных образах построена баллада «Морская царевна». «Море царевич купает коня, слышит царевич, взгляни на меня. Фыркает конь и ушами придет, брызжет и плещет и дальше плывет. Слышит царевич, я царская дочь, хочешь провести ты царевную ночь? Вот показалась рука из воды, ловит за кисти шелковые узды. Вышла молодая потом голова, косу вплелась и морская трава,
Синие очи любовью горят, брызги на шее, как жемчуг, дрожат. Молвит царевич, добро же, постой. Закосу ловко схватил он рукой. Держит, рука боевая сильна, плачет и молит, и бьется она. К берегу Витязь отважно плывет, выплыл, товарищи громко зовет. Эй вы, сходитесь, лихие друзья, гляньте, как бьется добыча моя. Что вы стоите смущенной толпой, али красы не видали такой? Вот оглянулся царевич назад, ахнул, померк торжествующий взгляд. Видит, лежит на песке золотом чудо морское с зеленым хвостом. Хвост чешуей змеиной покрыт, весь замирая, свиваясь, дрожит. Пена струями сбегает с чела, очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок, шепчут уста непонятный упрек. Едет царевич задумчиво прочь, будет он помнить про царскую дочь. Может быть, здесь и содержится какой-то намек, только мы его еще не прочли и не угадываем второго плана стихотворения. Уже мало стихов оставалось написать Лермонтову. Встретив на Пятигорском бульваре приятеля своего Гвоздева, он сказал: «Чувствуя, мне очень мало осталось жить». Ему было только 26 лет, и он продолжал шутить, веселиться, острить, писать эпиграммы, рисовал карикатуры. А тем временем интрига плелась. Веселая компания, в которую входили Лермонтов, Глебов, Васильчиков, Мартынов, сестры Верзилины, встречалась на прогулках с другой, враждебной компанией, которая собиралась у генеральши Мерлини. Но Лермонтов не знал, что за ним пристально наблюдает прибывший из Петербурга жандармский подполковник Кушинников. Кто-то из этих врагов стал подговаривать поручика Лисаневича вызвать Лермонтова на дуэль, проучить. Тот отказался. На такого человека у меня рука не подымется. Тогда избрали Мартынова. Что ему наговорили об отношении Лермонтова к нему и к его сестре, в точности неизвестно. Но цели достигли. Выходя от Верзилиных, он обратился к Лермонтову и, придравшись к тому, что тот рисовал на него карикатуры, вызвал его на дуэль. День дуэли Лермонтов провел в Железноводске с дальней родственницей своей, молодой девушкой Катей Быховец. Он говорил мне, писала она через несколько дней, что жизнь ему надоела, судьба его так гнала. Государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли видеть. А тут еще эта любовь. Он был страстно влюблен в Варвару Александровну Бахметьеву. Я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство. И об ней его любимый разговор был. Поехали назад. Он поехал тоже с нами. В колонии Карас, недалеко от Бештова, обедали. Выезжавший он целует несколько раз мою руку и говорит: «Кузин душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни». Я еще над ним смеялась. Так и отправились. Это было в 5 часов. В 8 пришли сказать, что он убит.
Потом в альбоме прошли стихотворения. Последнее признание в любви Лопухиной через другую. Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистания. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно немые, в глазах огонь угаснувших очей. После гибели Лермонтова этот альбом был передан бабушке. Два года спустя, увидев на первой странице пожелание, чтобы Лермонтов возвратил Адоевскому этот альбом, весь исписанный, Елизавета Алексеевна Арсеньева поручила родственнику Якиму Хостатову передать вещь по назначению. С печалью разбирал Адоевский строки, написанные такой знакомой рукой. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Разглашать я стал любви и правды чистые учения. Меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Это было последнее стихотворение «Пророк». Рассказ Лермонтова о положении его в светском обществе. А дальше шли чистые листы, которых Лермонтов не успел заполнить. Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Якимом Якимовичем Хостатовым 30 декабря 1843 года. Князь Адоевский. А затем он подарил ее публичную библиотеку, где она хранится до сих пор, среди рукописей величайших людей русской культуры. Необычайно высокую оценку этим стихам, которые вписаны в книжку Адоевского, дал Белинский, сказавший, что Тамара, «Выхожу один я на дорогу и пророк», даже и между сочинениями Лермонтова принадлежат к блестящим исключениям. Стихотворение «Пророк», писал Белинский, принадлежит к лучшим созданиям Лермонтова и есть последнее его по времени произведение. Какая глубина мысли, какая страшная энергия выражения. Таких стихов долго не дождаться России. Все это блещет своими незаимствованными красками. Все дышит самобытной творческой мыслью. Все образует новый, доселе невиданный мир.